Відкрита трибуна. З 1 вересня в Україні набуває чинності заборона на розміщення торговельних павільйонів на міських тротуарах. Як ви ставитесь до нововведення? Ну, наверное, більше положительно, тому що є, ну, я не скажу за все, но некоторые МАФы действительно расположены так, что если ты водитель, они тебе как бы мешают обзору там прилегающей дороги, а если ты пешеход, иногда они расположены так, что тебе и пройти тяжело. Как бы вот там, где я живу, как бы на моей улице действительно есть такой один МАФ расположен, что там для прохода вот столько места, и как бы, ну, то есть это неправильно. Опять же, это возвращаемся к первому вашему вопросу. Для торговли какой-либо, независимо от того, что это, есть определенные зоны, официально городом поставленные. Это рынки, правильно? Это торговые зоны. Есть масса торговых центров, где можно размещать торговлю. А тротуар создан был не для торговли, а для того, чтобы по нему ходили. У нас замечательные люди, замечательные архитекторы строили архитектуру города везде, по всей Одессе. И постановка МАФа, где бы она ни была поставлена на тротуаре, она ее уничтожает и закрывает. Это некрасиво, некультурное отношение мое к этому категорично. Ну, у меня ж такое ощущение, что этот законопроект создает еще одну лазейку для получения выгоды, потому что надо добиваться не запрета, а скорее каких-то компромисса и понимать, где эти мафы мешают движению, как, например, в центре города, где будет большое количество потоков людей, а где они действительно не мешают и служат заработком для мелких предпринимателей, как это в спальных районах, где, в принципе, поток людей по тротуарам намного меньше и они намного свободнее. Мне кажется, это тоже нужно дорабатывать и, скорее всего, вносить в него специфику каждого конкретной области. Вот в рамках децентрализации это вполне возможно. Чтобы конкретный город, вот как Одесса, принимал свой закон по этому вопросу. Там Киев свой закон, там Винница, Черкасы свой закон. И вот таким образом мы бы нашли более гладкое применение этому вопросу. Я считаю, что это не совсем правильно, поскольку опять же, часть частного бизнеса просто, скажем, уйдет, потому что именно, как вы говорите, ларьки с едой очень много, ну, по моим наблюдениям, занимают, как бы, они везде, на каждом шагу встречаются. Поэтому это скажется просто отрицательно на частном бизнесе, так как он, часть людей уйдет, следовательно, налоги. Ну, то есть это отрицательный момент. Ну, неоднозначно, потому что иногда такие будочки очень выручают, когда хочется там купить, попить чего-то или перекусить. Но опять же, если это противоречит законодательству, если это нарушает какой-то архитектурный ансамбль, скажем так, то, конечно, стоит избавляться. Но я лично в них ничего плохого не вижу для себя. Достаточно радикальное решение проблемы. Нужно как-то урегулировать бы их количество. То есть, да, их действительно может быть слишком много, но радикально убирать все – это тоже не решение. Потому что многие люди покупают там еду, многие люди на этом зарабатывают. То есть это, опять же, давит малый какой-то средний бизнес, и это плохо. Ну да, тротуары для ходьбы, наверное. Должны быть специальные места, там, где должны располагаться там точки продажи. Людям нужно где-то ходить. Это вот это безобразие, которое... Я за то, чтобы это все убрать. Честное слово. Это все достало уже, как говорится. Бизнес бизнесом, но оно достает. Хорошо, когда люди зарабатывают, ну, в меру. Ну, не вот так нахально, как это происходит. Потому что половина без разрешений, половина как хотят, так и делают. Где хотят, там и ставят. Пройти, проехать с колясками, без колясок, это невозможно. Это я против, конечно. Відкрита трибуна.